Let the bloodshed begin. No More Heroes отсюда 51? Больше похоже на No More Horny. Я вас уверяю, вся игра построена вокруг идеи, что быть хорни это плохо. Трэвис Тачдаун встречает рандомную девушку в баре, становится хорни и бум! Теперь он в ранке убийц. Возбужденные хорни молекулы Трэвиса заставляют его отвлечься от спокойной игры со своей кисей дома. Я могу погладить. Все, best game ever. Вместо этого он влазит по уши в дерьмо и дерется с чудаками по типу солиста какой-то забытой death metal группы или же мозгов Коби. После победы над врагами хорни молекулы временно остывают, и теперь Трэвис может гордо кататься на своем крутом байке, наслаждаться видами пустого города, разговаривать с русским алкашом или своим сомнительным мастером. Но нет! Нужно идти искать херовую работу, чтобы снова участвовать в непонятном ранке Ди-убийц ради призрачной надежды утолить свою похоть. Все возможные альтернативы утолить этот голод перекрывает сам Трэвис или же другие, такие же поехавшие, как и он сам. Ветеран войны с PTSD. Трагически самовыпил. Школьница с катаной. Wait for me in the hallway. Если Трэвис попробует с ней, то... FBI, open up! Огромная старуха со здоровенной пушкой. Возможно, тут бы у Трэвиса что-то бы и получилось, но месть за мастера с оконностями важней. Тут нужно тебя раздеть, чтобы сделать это? Да-да, хочешь начать? Чё? Давай, раздевайся. Вытаскивай свою задницу. Давай, стой на месте. Сумасшедшая алкашка-бейсболистка в платьишке? Тут вроде бы и ничего, если бы... Cock and ball torture. From Wikipedia, the free encyclopedia at en.wikipedia.org. Cock and ball torture, CBT. Так что единственный вариант перестать быть хорни остался за ней, Сильвией. А именно она втянула нас в этот бизнес убийц. Трэвис, конечно, может сублимировать с помощью аниме, фигурок, рестлинга, видеоиграми или же интересными видеокассетами из проката. One of the girls here said that you might need a new pillow cover for this one, just for protection. Thank you. Они еще над ним угорают. Они смеются, когда говорят название этой кассеты. Но это лишь временное отвлечение для нашего бедного героя. Ему нужно рубить, рубить и рубить тонны скучных врагов, чтобы зарабатывать деньги, улучшать свой копирайт-фри световой меч, тренироваться у убитого мастера и работать на дерьмовых работах. И встает вопрос, стоит ли призрачная возможность победить хорни-лихорадку всех этих стараний? Буба-алерт, буба-алерт. Конечно, многие хорни-философы вроде меня могут задуматься, ведь Трэвис в погоне за хорни становится лучше как человек. Ходит в качалку, получил стабильный заработок и вроде с киси время играть остается. Но это всего лишь иллюзия, отвечая своим коллегам. Если бы не похоть, Трэвис бы никогда не предал свои увлечения. Ему бы не пришлось вспоминать какую-то серьезную семейную трагедию в его жизни, важную для сюжета, или же случайно находить своего крутого убийцу брата, который лучше его по всем аспектам. You can't be serious. All this time you didn't realize. What are you talking about? I'm your twin brother. What the hell? That's the craziest shit I've ever heard. Why would you bring up something like that at the very last minute of the game? Все в его жизни самого проклятая хорни энергия. С начала игры на полке Трэвиса не появилось ни одной фигурки, а на стенах не появилось ни одного плаката. По-моему, на все вопросы от пользы этой похоти можно забыть. К тому же, по итогу игры, мало того, что Трэвис остается как блокнутым. Но и туалет сходить не дают. Все это подтверждает мой изначальный тезис, что быть хорни это плохо, а No More Heroes это идеальный пример, к чему это может привести. Suda51 гений. И своим месседжем поразил меня до глубины души. Там еще и вторая часть есть. Потрясающе, конечно. Все еще в шоке. Я, конечно, думал, что чем-то таким закончится невероятным, но не настолько же.